Всем привет! Сегодня у нас в детальном рассмотрении двойной гарпун с мембраной. Меня зовут Сергей, компания Market Потолков. Нас спрашивают, для чего же нужен двойной гарпун? Он нужен для установки световых линий и трекового освещения в натяжной потолок, что упрощает и сокращает время на установку. Он приклеивается по всей площади к ПВХ-полотну, потом несложными манипуляциями разрезается надвое. Бухты по 200 метров мы продаем на отрез с отправкой в любую точку России транспортными компаниями на выбор. Сейчас мы в детальном рассмотрении посмотрим, как же он все-таки режется канцелярским ножом, насколько это мягко и насколько вам будет комфортно резать его на потолке. Погнали вниз. Обратите внимание, насколько гарпун эластичный. Соответственно, и в паз для гарпуна он будет вставляться хорошо, если его подогреть, он будет еще, соответственно, мягче. Так, мы сейчас, правда, это сделаем на весу. Посмотрите на срез мембраны. Обычный канцелярский нож. Лезвие обычное, никакие не японские, не суперострые. Посмотрите, как режется этот гарпун. Теперь к вопросу цены. Цена от 29 рублей до 40 за погонный метр, в зависимости от статуса клиента. Есть цены розничные, есть цены для дилеров, для партнеров, для людей, которые устанавливают натяжные потолки. Также есть мелкооптовые цены, когда мы отправляем бухтами. Мелкооптовая цена начинается уже от одной бухты. Всем хорошего настроения и ставьте потолки с любовью и качественно.